23 ноября в микрорайоне Кемпинг-Каспийска состоялась закладка камня новой мечети. Церемония проходила под руководством председателя собрания депутатов города Абдулвахида Джаватова и представителей духовенства муниципалитета. Отметим, что данная мечеть возводится по просьбе жителей района. В прошлом году от жителей города Каспийска поступили несколько заявлений с просьбой о том, что на наших новых микрорайонах отсутствуют мечети. Реагировав на их просьбы, мы совместно с архитектурой города, с главой города Борисом Ивановичем Гонцовым приняли решение, нашли эти места, 2-3 места в городе, где будут строиться мечети. А одну мечеть, как вы знаете, уже начали строить, уже идет завершение, процесс. И на этом месте сегодня начинаем строительство мечети. По словам представителей госструктур города, мечеть будет возведена в 2 этажа. Общая вместимость 700 человек за одно посещение. Председатель совета имамов города Каспийска Мурад Исмаилов подчеркнул религиозные аспекты важности возведения новых мест поклонения. Мы все знаем, это очень благое дело, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в своем хадисе говорит: «Ман бана лиллахи байтан, ка мафхаси кататин, бана Аллаху лаху байтан фил джаннати». Тому человеку, который построил мечеть, даже в размер гнездо куропатки, Аллах ему построит дом в раю. Поэтому у нас очень радостный вечер сегодня. И, конечно, мы будем строить мечеть совместными усилиями. В мероприятии также приняли участие заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов, представители духовенства и неравнодушные граждане. Стоит подчеркнуть, что в ближайшее время по улице Ленина будет построена еще одна небольшая мечеть, а на Приморской улице появится часовня.